Здравствуйте, дорогие мои девчонки и мальчишки, нарядня. И это будет видео состоять из нескольких моментов. Если я куда-то выхожу, естественно, я одеваю что-то новенькое. И самое главное, что будет в этих нарядах дня, как я использую мои украшения. Вот это будет самое главное. Сегодня я одела садолит и дюмантерит. И вы, как видите, на этом кулоне присутствует маленькое сердечко. Это белое золото и сапфир голубой. Это муж подарил мне, сделал подарок, такое красивое сердечко. Но я думаю, зачем я буду просто носить на маленькой цепочке. Я просто сделаю вот такую красоту, что я и сделала. Видите, как смотрится? Это кулон садолит, дюмантерит, серьги дюмантерит. И вот остальное, вы видите, более светлей, это садолит. Ну и эти вставочки, это серебряные такие, знаете, завитушечки, просто дополняют как-то, красоту такую делают. Хочу вам сказать, что садолит и дюмантерит очень часто путают. Я уже говорила об этом. Какая разница? Дело в том, что, запомните, дюмантерит, он темный. Он не имеет белых включений. Не имеет. Хорошо посмотрите в онлайн, хорошо разберитесь, фотографии посмотрите. А садолит имеет белые включения, поэтому его называют садолит. Поэтому он имеет вот это вот эти белые включения. Понимаете? А дюмантерит темный. Темная такая насыщенная структура, темный цвет. Он еще есть голубой. Не помню, как его называют, но голубенький, нежный, нежный цвет. Но без белых включений. Садолит тоже есть и темный, есть и светлый. Вот как этот кулон, это темный. Видите, садолит, да, вроде бы как немного похож, но все равно дюмантерит, смотрите, как отличается очень сильно. Видите, цвет какой темный. И все равно этот садолит имеет все равно какие-то включения. Вот смотрите, давайте я вам ближе покажу, чтобы вам было более так понятно. Смотрите, видите? И вот в садолите есть, вот смотрите, капушки такие. Вот это садолит. Это садолит. И так как у меня нет браслета, я использовала сегодня черный браслетик. По цвету, думаю, вроде бы не будет портить. Это обсидиан. Обсидиан снежный. Такой, знаете, в снежиночке. Поэтому его называют снежный обсидиан. И вы как видите, что массивный кулон, украшение не маленькое, но тем не менее смотрится великолепно. С этой кофтой просто шикарно. Мне кажется, что лучше и не придумать. Кофточка у меня сегодня кружевная, разлетаечка. Что-то у нас тут вид неправильный. Давайте мы сделаем правильный вид, вот так вот. И джинсы. Джинсы, бриджи. И босоножки. Обратите внимание на босоножки. Сейчас я вам сделаю ракурс ниже. И это что-то у нас здесь опять под ногами, игрушки, Рози, все на месте, мои зрители на месте, вот, вот они, видите? Обратите внимание, что босоножки имеют тоже кружева. Босоножки я купила, наверное, 3 года назад, симпатичные, вы как видите здесь. Плетение – это резинка, но кружева я сделала сама.
Видите? Очень оригинально получилось. И хочу вам сказать, что очень часто американки делают комплименты. В том плане, что они удивляются, что именно они как бы и не видели. Вроде бы что-то и похожее, и знакомое, потому что такой стиль продается очень часто. Но вот эти кружева, они дополняют и дают какую-то изюминку и особенность. Вот такой сегодняшний аутфит дня. Босоножки такие, конечно, вы и сами можете сделать. Но для многих американок это очень удивительно, когда я иногда бывает кому-то говорю, что это я сама делала, а кому-то просто говорю спасибо. Ну а тем, кому я говорю, это я сама сделала, они очень удивляются, глаза такие круглые. Как это вы сделали сами? Ну что ж, вот такие мы рукодельницы и умелицы. Но это не говорит о том, что мы вот такие хорошие, можем что-то мастерить руками, а они нет. Американки тоже делают очень много своими руками, и они тоже большие рукодельницы. Но просто есть разная культура, разное, как говорится, воспитание, да, и просто больше процент американок. Естественно, они уже привыкли покупать, уже готовы, потому что шопинг — это разнообразие, это масса всего, выбирай, что хочешь, зачем, что, что. Ну вот и все. До следующего видео, до следующего, вернее, аутфита. Пока-пока!